Девчонки, всем привет! Сегодня мы вместе с вами наконец-то будем собирать прокладочки на следующие месячные. Давненько у нас с вами уже не было такой рубрики, и многие из вас просили меня о ней в комментариях. Собирать мы сегодня будем немного необычным способом, о котором я расскажу чуть попозже. Ну а сейчас не забывайте подписаться и поставить лайк, и давайте уже скорее начинать. По традиции собирать мы все будем, конечно же, вот в эту беленькую корзиночку. Кстати, здесь у меня еще остались прокладочки и тампоны с прошлых месячных, которые я себе сама собирала. Итак, как вы понимаете, наступила уже зима, а это значит, что я сегодня хочу собрать прокладки в такой зимней, так скажем, тематике. То есть я буду собирать только те прокладки, которые как-то ассоциируются у меня с зимой. Кстати, эту идею предложила одна девчонка в комментариях, за что ей огромное спасибо. Но начинаем мы с вами сегодня, конечно же, с ночных прокладок. И первое в моем ряду, что я бы хотела взять, это, конечно же, вот такие вот прокладочки Always Ultra на 7 капелек. Не знаю, как у вас, но лично у меня зима ассоциируется с какими-то темными синими цветами, возможно, даже в какой-то степени голубым, и поэтому эти Always идеально для этого подойдут. Они идут с поверхностью сеточка, довольно-таки жестковатый, очень часто вам о них говорю, мне не нравятся, и обычно их использую в свой самый обильный день месячных, и надеюсь, что в этот раз они мне также пригодятся. Кстати, они у меня уже заканчиваются, поэтому нужно будет обязательно докупать. Кстати, напишите в комментариях, хотели бы вы распаковку прокладок, потому что этой рубрики тоже уже давно не было, и мне кажется, что было бы такое интересно. А следующими ночными прокладками давайте будут вот такие вот Libre с Maxi на 6 капелек. Это очень пухленькие такие прокладочки. А сама упаковочка мне реально чем-то напоминает Новый год. Кстати, я сказала, что он у меня ассоциируется только с синими цветами. На самом деле нет, еще с красным и зеленым, потому что, как вы понимаете, вот эти вот веночки новогодние, всякие елки, красные прокладочки у меня обязательно будут дальше, поэтому мы с вами их тоже возьмем. Что касается этих Libres, то они такие очень пухленькие, мягкие, приятные. Мне они также нравятся. Тоже их буду использовать на самую обильную ночь, скорее всего, на вторую. Но потом в MS-влоге я обязательно вам обо всем этом расскажу. Кстати, еще в следующем MS-влоге будет немножечко такие интересные прокладочки. Но даже не прокладки, я бы сказала, а менструальное белье, которое я хочу протестировать. И вообще, как заявляет производитель, вообще в нем можно ходить без прокладок, то есть просто надеваете нижнее белье, в нем ходите, и как бы выделения там на нем скапливаются на специальной мембране, или как там точно называется, не помню. В следующие месячные обязательно все это протестирую, и потом в MS-влоге вам об этом расскажу. Ну и последними ночными прокладками на сегодня будут вот такие вот ашановские прокладочки. Так, здесь не видно немножечко упаковочку. Вот так вот они выглядят. Не знаю, вот этот дизайн мне напоминает лично снежинки, поэтому я думаю, что эти прокладки должны быть в нашем сборе. Внутри у них поверхность довольно жестковатая, возможно, даже по жесткости такая же, как и у предыдущих Always, но ничего страшного, мне они также нравятся, тоже очень длинные, не знаю, зачем мне целых 3 ночных больших прокладки, но посмотрим, мало ли будет обильные выделения, кто его вообще знает, поэтому одну прокладочку берем и переходим к 5-капельным. Получается, что прокладки на 5 капель занимают третий ряд полностью. И, честно говоря, вот здесь у меня ничего особо прям с Новым годом не ассоциируется. Единственное, что возможно, вот такие вот от фирмы Bella, Ideale, Normal. Конечно, ну прям не знаю, на Новый год не совсем похоже. Но, возможно, сочетание белого и синего как-то подойдет нашему сбору, не знаю. Поэтому хочу их обязательно взять. У них мягонькая такая поверхность, внутри дизайн тоже очень приятный. Не так уж и часто ими пользуются. Поэтому в этот раз хочу немножечко их возобновить в памяти. Одна прокладочка отправляется в нашу корзинку. Еще, кстати, если мы уж с вами говорим про Новый год, я хотела у вас узнать, как-то вы украшаете вообще комнату к Новому году или нет, потому что лично я в этом году как-то вообще не хочу в этом плане никак заморачиваться. Не знаю, у меня особо пока что нет никакого сильно новогоднего настроения, но если вдруг что, у меня как-то нахлынет мое желание это сделать, я обязательно покажу это в своем телеграме. Так, там я с вами стараюсь делиться прям максимально своей жизнью. Из 4-капельных прокладок, которых я хочу взять, давайте это будут Dayspa, Normal Soft. Конечно, как я вам уже и говорила, Новый год у меня ассоциируется еще и с зеленым цветом. У Dayspa поверхность очень мягкая, они довольно-таки тонкие. Единственное, что на упаковочке указано, что они на 4 капельки, но на самом деле вот так по размеру, по внешнему виду, они, конечно же, больше тянут именно на 5-капельные прокладки. Но в этом нет ничего страшного. Также на какой-нибудь обильный
день их можно будет использовать. Скорее всего, даже в школу будет очень удобненько. Поэтому давайте одну штучку возьмем. Еще я так посмотрела, и четырехкабельный к нашей тематике, мне кажется, очень неплохо так подойдет. Вот такая вот Bella Perfecta Ultra Bloom на 4 капельки, понятное дело. Они идут с мягонькой поверхностью. И вот что мне здесь напоминает Новый год, так это содержимое ее внутри. То есть это вот голубенький нежный цвет, какие-то вот такие вот цветочки, даже напоминающие чем-то, возможно, снежинки. Не знаю, еще мне кажется, очень сильно прям фантазирую, скорее всего. Ну, это как бы то, что примерно похоже реально на зиму. Внутри они такие очень беленькие, похожи на снежок, то есть прям такие мягкие, приятные. Мне очень нравится вообще, в принципе, у них поверхность. Также довольно-таки хорошие крылышки, то есть не сильно широкие, не сильно длинные. И на нижнем белье все очень хорошо держится. Давайте этих прокладочек возьмем с вами сразу же 2 штучки, так как это обычные четырехкапельные, и их я использую чаще всего. Еще из этой же серии четырехкапельных хочу взять вот такие вот Lady Wheel с мягкой поверхностью. Конечно же, давайте не будем смотреть на вот этот вот верхний дизайн самой упаковочки, а посмотрим на прокладки внутри. Вот этот вот голубой рылычок и вот эти снова похожие цветочки на снежинки мне тоже напоминают Новый год, поэтому почему бы нам с вами их не взять? Кстати, знаете, что я поняла? Раз уж мы с вами говорим про Новый год, давайте, что ли, как-то хоть какую-то атмосферу создадим. Так, тут нет батареек. Сейчас я все принесу и сделаю, подождите. Ну что ж, как вам такое? Мне кажется, стало немножечко получше, повеселее. Итак, значит, мы с вами продолжаем. Что касается вот этих прокладочек Lady Wheels, мне они очень нравятся, потому что, во-первых, они бюджетные, и, во-вторых, за свою бюджетную цену у них очень хорошее качество. То есть стоят они буквально сейчас, наверное, 50 рублей. И знаете, просто замечательные. Поэтому давайте с вами возьмем одну штучку и переходим к последним четырехкапельным прокладкам. И это будут, как я уже и говорила, красные претенденты, а точнее Puppy Normal Dry. Кстати, наверное, вот эти прокладки у меня прям больше всего ассоциируются с Новым годом, потому что это тот самый яркий, такой насыщенный цвет. Еще просто внутри они беленькие, похожи на зиму. Понятное дело, что ассоциируются со снегом, поэтому, конечно же, нам с вами их нужно брать. Поверхность у них жестковатая, но мне она нравится. Сами прокладки, ну, знаете, такие по внешнему виду очень дешевенькие, конечно. Никаких прям узоров, прошивок нет. Но, знаете, за свою цену, тоже 50 рублей, можно вот вообще спокойно отдавать. Если вы не любите покупать какие-то дорогие прокладки, тратить на это много денег, этот вариант будет просто идеальным. Поэтому давайте одну штучку также возьмем себе на следующие месячные. Кстати, нет, подождите, я забыла взять еще одни четырехкапельные прокладочки. Они просто не лежат у меня в хранении, потому что у них очень большая пачка, и мне сюда уже никак не помещается, в этот комод, поэтому они у меня хранятся отдельно. В общем-то, это прокладки от фирмы Лорье, они идут на 4 капельки, и тоже, мне кажется, что они подходят под тематику Нового года, потому что они такие беленькие, с голубыми узорами, и прям вот Новый год. И плюсом мне не очень сильно нравятся, люблю их использовать, потому что они такие мягонькие, знаете, похожи на такое облачко, снежок, и вот просто вот то, что реально нужно в месячные. И, кстати, у них еще замечательный клей, который просто, когда на нижнее белье надеваешь, они никуда не скатываются, не скомкиваются, и вот прям удобненько, так скажем. Поэтому я считаю, что в этом сборе они у нас обязательно должны быть. Так, что-то немножечко прилипло. Единственное, что у них у крылышек нет защитного слоя, то есть он получается встроен прямо на саму упаковку, поэтому немножечко мне неудобно их закрывать, но ничего страшного. Давайте сразу же 2 штучки возьмем и буду ими с удовольствием пользоваться. Теперь наконец-то переходим к трехкапельным. Кстати, в этом видео мы с вами, конечно же, еще возьмем тампоны, потому что я очень люблю использовать их, когда хожу на танцы, например, или на какую-то активную деятельность, возможно, даже на физкультуру в школе, поэтому, конечно же, также мы их будем брать. Ну, а что касается трехкапельных прокладок, здесь, конечно, у меня есть вот такие вот от фирмы 365 дней, которые по дизайну очень похожи на предыдущие Lady Wheels. Но, как бы снова повторяться, я не хочу их брать, потому что, ну, это будет как-то, мне кажется, немножечко скучновато. Давайте-ка лучше возьмем, например, вот такие вот от фирмы La Fresh. Конечно, давайте снова не будем смотреть на внешнюю упаковку, потому что она немножечко розовая и больше, скорее, какая-то веселая. Ну, а мы с вами посмотрим именно внутри, потому что здесь они такие голубенькие и лично мне чем-то, возможно, напоминают зиму. Внутри у них поверхность очень мягкая,
Также отсутствует какой-либо внутри дизайн, прошивочки, то есть они тоже очень дешевые. Сейчас они стоят, по-моему, рублей 55, ну, скорее всего, чуть-чуть подороже, чем вот эти Lady Wheels, но по качеству они примерно такие же. И давайте одну штучку возьмем с собой. И последними трехкапельными прокладками будут, ну, давайте, вот такие вот. Тоже от фирмы La Fresh. Но единственное, чем они отличаются, это, конечно же, дизайном, но еще и плюсом. Предыдущие La Fresh были с мягкой поверхностью и тоненькие, а эти с мягкой поверхностью и очень-очень пухлые. Вообще, какие-то пухлые прокладки у меня больше ассоциируются с зимой, и вообще, в принципе, зимой я больше их люблю использовать, потому что, ну, как вы понимаете, холодно, и большие прокладки, мне кажется, они реально как-то согревают, потому что, ну, представляете, вот такой вот толстый слой, и, например, когда вы идете гулять, садитесь на лавочку, через такую прокладку точно ничего нигде не будет холодно, и это очень, как по мне, удобно. Выполнены не прям уж так хорошо, так скажем, тоже ничего не прошито, но, как я уже и миллионный раз повторюсь, за такую цену 50 рублей, чего мы еще можем сейчас ожидать, и поэтому это очень даже приемлемо. Одной штучки, надеюсь, нам с вами будет достаточно. В этом хранении с тампонами и ежедневкой у меня, конечно, небольшой бардак. Прошу не обращать на это внимание. Кстати, тут у меня еще стоит огромная просто коробка из-под чая с используемыми уже прокладками. То есть тут очень многие прокладки от разных фирм в старых дизайнах. Когда-нибудь я обязательно сниму об этом хранении вам видео, потому что здесь есть очень интересные экземпляры. Но пока что давайте продолжим наш сбор. Здесь у нас гирлянда. Давайте теперь ее сюда переместим, чтобы новогоднее было все настроение. Что бы я хотела взять из тампонов, то, скорее всего, это от фирмы Kotex на 2 капельки мини, потому что у них внутри должны быть голубенькие тампоны. Так, видимо, на 2 капельки голубеньких у меня уже нет. Давайте посмотрим на 3 капли. Вот-вот-вот, на 3 капли как раз есть вот такой вот синенький тампончик. Кстати, еще есть даже какой-то вот такой вот. Это прям очень уже старый дизайн. Наверное, еще год назад были вот такие тампоны. Новый год больше, наверное, мне напоминает вот этот тампон. Поэтому давайте как раз его и возьмем. В принципе, больше каких-то новогодних тампонов прям у меня нет. Но вот единственное, что можно, так скажем, еще взять под нашу тематику. Так, нет, не Белла, подождите, ошиблась. От фирмы 365 дней, нормал, на 3 капельки. У меня здесь остался буквально вот один тампон, еще не использованный. Ну, он, знаете, такой беленький, немножечко с каким-то синим оформлением, поэтому думаю, что под наш сбор обязательно подойдет. Сам он внутри выглядит вот таким вот образом, сам просто обычный беленький с голубенькой стандартной ниточкой, и, в принципе, на этом с тампонами думаю, что все. И раз мы уже с вами в этом хранении, давайте еще что-нибудь возьмем из ежедневных прокладок, потому что ими я тоже довольно-таки часто пользуюсь, и мне кажется, что они обязательно должны быть также в нашем сборе. Первыми давайте будут, наверное, вот такие вот от фирмы Белла Идеале. Кстати, мы с вами взяли уже такие прокладки, которые были на 5 капелек, по-моему. И теперь давайте возьмем еще и ежедневочки. Они идут на 3 капельки, мне они очень сильно нравятся. Кстати, в этой пачечке у меня сразу же лежат 3 экземпляра разных ежедневок, так как я все хранение почищала и делала вот такие вот что-то по типу маленьких вырезок. И то есть, например, вот такие дискрит, и они у меня вот здесь вот лежат. То есть, чтобы сэкономить место, я убирала какие-то большие упаковочки и просто, как я уже сказала, вырезала. Белла Идеале внутри очень мягонькие, приятные, мне они нравятся, очень похожи на обычные прокладки, ну именно в плане поверхности. И поэтому давайте 2 вот такие вот штучки мы возьмем с собой. Еще что касается ежедневок, очень сильно хочу взять Kotex, тоже на 3 капельки, потому что внутри у них такой, знаете, дизайн фиолетовенький, очень классный, прям и чем-то, возможно, даже напоминает зиму. Кстати, здесь у меня рядом лежат тоже Kotex, только из другой линеечки, вот такой вот Natural, так, давайте покажу. Вот такие вот они. Но это нам, конечно, сейчас не нужно. Это больше напоминает лето. Мы с вами берем именно фиолетовые. Давайте вам внутри их также сейчас быстренько покажу. У них идет мягонькая поверхность. Замечательный клей, что мне очень нравится, потому что ежедневка никак не скатывается. Очень удобно. И давайте сразу же 2 вот такие вот штучки возьмем. Ну и последние из ежедневочек. Давайте это будут вот такие вот Day Spa. Сама упаковка фиолетовая. И она нам, ну, наверное, тоже можно, в принципе, посчитать, что подходит. Они очень тоненькие, то есть они буквально на 0 капелек. Я их очень люблю использовать на первые и последние дни месячных, когда вот выделения уже прям заканчиваются, и нужно просто что-то такое, чтобы подстраховаться, вдруг какие-то капельки еще там будут вытекать. Поэтому также 2 штучки давайте возьмем с собой.
Ну что ж, вот такая вот зимняя коробочка прокладок у нас получилась. Мне все очень нравится. Реально, как по мне, напоминает зиму. Ну а на этом мое видео подходит к концу. Огромное вам спасибо за просмотр. Поэтому встретимся с вами в новых видео. Ну и всем до новых встреч. Пока. Желаю всем новогоднего настроения.